Дорогие друзья, мы рады вас видеть в Хорошколе и принимать у себя прекрасные молодые таланты, которые собраны на сегодняшний концерт из многих областей и городов России. Я хочу передать слово директору Хорошколы Сергею Михайловичу Радченкову. Спасибо большое, дорогие друзья. Сегодня замечательный вечер. Очень хочется отметить, волнительно и приятно, что мы уже не первый год, а с самого фактически рождения Хорошколы, гимназии, встречаем наших гостей. Международный фестиваль «Москва» встречает друзей. Сегодня это 17-й фестиваль. Особенно приятно осознавать, что в не самые, может быть, простые времена, когда всякие там вирусы пытаются нас атаковать, все-таки находится место творчеству, потрясающему творчеству. Сегодня вы услышите замечательные произведения подопечных Владимира Спивакова. Это очень здорово, это здорово. Тем более, что музыка – это тоже лекарство, точнее, я так скажу, это, наверное, основное лекарство, творчество – основное лекарство. Поэтому я желаю вам хорошего вечера, желаю всем выступающим драйва, вдохновения и творческого такого энтузиазма. Желаю всем нам получить удовольствие от сегодняшнего концерта. Спасибо еще раз фонду и передаю слово Эдуарда Челокяна, координатора проекта и консультанта, человек, который будет вести этот потрясающий вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно быть уже третий раз в вашем замечательном зале и проводить один из многочисленных концертов 17-го, уже 17-го международного фестиваля «Москва встречает друзей». На протяжении 17 лет этот фестиваль проходит с громадным успехом, в котором принимают участие дети всего земного шара и от дальних поселков, и из крупных стран, деревень. География фестиваля очень велика. Колоссальное количество городов, я даже не буду их перечислять, слишком много на это время уйдет. Дети, которые с удовольствием приезжают сюда. А этот год ознаменован еще и таким вот нестандартным положением, когда пандемия нам, в общем-то, здорово мешает. Тем не менее, наше творчество, наша любовь к музыке, наша любовь к искусству преодолевает все малые и большие невзгоды. И мы вновь опять у вас. В этом фестивале принимают участие дети из Татарстана, Башкирии, Дагестана, Северной Осетии, Сахи, Удмуртии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Пермский, Приморский край, Республика Крым, также из Московской, Владимирской, Воронежской, Саратовской, Нижегородской, Новосибирской, Тверской, Калининградской, Челябинской областей. Большое количество участников из дальнего и ближнего зарубежья – это Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Великобритания, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Израиль, Италия, Испания, Казахстан, Канада, Киргизия, Китай, Коста-Рика, Латвия, Литва, Монако, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Сингапур, США, Тайвань, Турция, Франция, Хорватия, Узбекистан, Украина, Швейцария, Швеция, Шотландия, Чехия, Эстония, Япония. Такая большая география нашего фестиваля. И с каждым годом эта география становится все больше и больше. И, конечно же, хотелось поблагодарить тех учредителей, которые помогли в проведении этого фестиваля. Тем более, вот в такое очень сложное время. Фестиваль организован фондом, Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова при участии правительства Москвы и Департамента культуры города Москвы, администрации президента Российской Федерации, Министерства иностранных дел России, Организация Объединенных Наций, Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. В состав оргкомитета фестиваля входят видные политики, общественные деятели, ученые, представители культуры и искусства. Я думаю, что фестиваль, как и прежде, вносит неоценимый вклад
в единение людей всего земного шара. Так что мы рады приветствовать вас в вашей замечательной школе и начать концерт. И открывает наш концерт маленькая участница, пианистка Софья Цинман, Москва. Преподаватель, заслуженный работник культуры России Елена Березкина. Пожалуйста, Софья. Фридрих Шопен, вальс номер 1, опус 64. Поздравительные сообщения, в том числе от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Приветствую вас по случаю открытия 17-го международного фестиваля «Москва. Встречаем друзей», посвященного 75-й годовщине Великой Победы. Ваш проект объединяет свои благородные, истинно подвижнической миссии талантливых ребят, которые мечтают связать свою судьбу с искусством, помогает им поверить в себя и в свои силы, оказывает деятельную поддержку в профессиональном становлении. Важно, что в нынешнем году, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, традиция проведения фестиваля продолжилась. И в ближайшие дни, благодаря усилиям Владимира Теодоровича Спивакова и руководимого им фонда, на концертных площадках и в онлайн-формате состоятся яркие, интересные творческие мероприятия, в которых примут участие юные дарования. Уверены, что ваш форум пройдет, как всегда, успешно, надолго запомнится своей теплотой, дружеской атмосферой и насыщенной программой. Желаю вам всего доброго. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Мы продолжаем наш концерт и приглашаем на сцену Максима Мифтахова, кларнет, Москва. Партия фортепиано Екатерина Лущанова. Преподаватель Комлев Александр Сергеевич. Александр Цвасман, интермеццо. Thank you.
И хочется еще раз зачитать адрес от руководителя нашего города Сергея Собянина, организаторам и участникам и гостям 17-го международного фестиваля «Москва встречает друзей». Дорогие друзья, рад приветствовать вас на 17-м международном фестивале «Москва встречает друзей». В этом году фестиваль проходит в непростых для Москвы и всего мира условиях. В такие моменты крайне важно оказать помощь и поддержку ближнему, особенно детям, главной надежде человечества. И поэтому для всех нас большая честь поддержать фестиваль, проходящий под прекрасным девизом «Мир входящему» и посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Более 1000 юных музыкантов, художников и танцоров из разных уголков России и 37 стран мира выступают на крупнейших площадках и сценах столицы. Среди них будут и ребята с ограниченными возможностями, для которых фестиваль «Москва встречает друзей» является уникальной возможностью показать всему миру свои способности и таланты. Спасибо всем, кто подарил Москве этот замечательный праздник. Желаю вам мира, счастья, добра и новых творческих успехов. Сергей Собянин. Сергей Руднев, вальс «Незабудка», исполняет Даниил Курганов, гитара «Москва», преподаватель Александра Головинская.
Как и в прошлые года, концерты фестиваля проходят на лучших концертных площадках города Москвы. Это Светлановский камерный зал Московского международного дома музыки, Московская государственная академическая филармония, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина, Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Александра Шилова, Музей русского импрессионизма, галереи Нитко, музыкальные гостиные, акварельные сезоны. И, конечно же, в вашей замечательной школе, которая одно удовольствие не только слушать, но и выступать. Мы продолжаем наш концерт и приглашаем на сцену представителя древнего русского города Нижний Новгород. Дмитрий Корягин, вокал, Нижний Новгород. Партия фортепиано Александра Кладова. Музыка Сергея Дерханова, слова Агнии Барто. Снегирь. Я теперь всегда такой. И
Значит, снова можно драться. Значит, снова можно драться. За друга на дворе. Вот это не конец его выступления, но все равно уже цветы на сцене. Музыка Тихона Хрейникова. Слова Александра Гладкова. Давным-давно. Сергей Рахманинов, Полишинель, исполняет Анастасия Орлова, преподаватель Елена Владимировна Березкина. Thank you.
теперь эту сцену представляем для представителя Нидерландов из города Лейдена. Андрей ван Бракен. Надо отдать должное этому участнику фестиваля и его родителям, несмотря на сложнейшую обстановку, особенно между государствами из-за пандемии, он все-таки своим громадным желанием приехать в нашу страну преодолел все препоны, все трудности. И у вас его нет в программке. Поначалу он был включен, но потом в силу обстоятельств сказал, что не сможем мы приехать вот из-за пандемии. Но тем не менее, этот приезд состоялся, и он выступает на этой сцене. Андрей ван Бракен, виолончель, Лейден, Нидерланды. Партия фортепиано исполняет его мама Анастасия Сафонова, преподаватель Готрид Кохевей, Гаспар Кассадо, воспоминания.
Теперь на эту сцену выйдет представитель Республики Татарстан Аделина Сапина, флейта, Казань. Партия фортепиано Ирина Аметова, преподаватель, лауреат международных и всероссийских конкурсов, артистка оркестра Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Сергеева Юлия Викторовна. Петро Марлатин, швейцарский пастух. Thank you.
все-таки, наверное, российские корни дают о себе знать, когда человек рвется на частичку своей родины, которую сохраняет в своем сердце. Мы продолжаем наш концерт, и на сцену выходит Лев Булкин. Он играет на тромбоне. Как и многие дети, которые сегодня выступают, он из музыкальной семьи. Его преподавателем является папа Дмитрий Николаевич Булкин. Итак, Джимми МакХью на солнечной стороне улицы исполняет Лев Булкин, тромбон, Москва. Партия фортепиано Ольга Шерстенякова. Сейчас произведение Никола Паганини прозвучит в исполнении саксофона. На сцену приглашается Владимир Пецкус, саксофон, Москва. Никола Паганини, каприз номер 24. Преподаватель, лауреат международных конкурсов Никита Зимин. Thank you.
Представителей Тулы, Дарью Разумова и Анну Юдаев. Домбра. Дуэт «Домбра». Русская народная песня «Зачем тебя я, милый мой, узнал?» из кинофильма «Сказание о земле сибирской». Партия фортепиано Людмила Андреева. Преподаватель Любовь Николаевна Михерт.
Ну и теперь самая юная участница сегодняшнего концерта – Козлова Дарина, вокал. Русская народная песня «Я на горку шла». Дарина представляет город Кимры, Тверская область. Партия баяна Владимир Осмоловский. Преподаватель Сафиуллина Ольга Витальевна. Обычное название произведения, точнее, произведение-то обычное, но прозвучит оно на необычном музыкальном инструменте, который мы так редко слышим, хотя это наш российский, русский народный инструмент. Флюгер де Лавинии, соната, номер 6, вторая часть, опус 2. Исполняет Татьяна Кириллова, гусли звончатая, Москва. Партия фортепиано Елена Ракчеева. Преподаватель Светлана Андреевна Бутузова.
и как апофеоз нашего сегодняшнего концерта выступят два замечательных молодых человека. Как вы видите, вот эти две красивые ударные установки, которые сейчас зазвучат. Это Базаров Марк, Кобельский Макар, Москва. Композитор Леонид Морецкий, он же и преподаватель этих двух замечательных ребят. Дуэт для двух ударных установок. Итак, Базаров Марк, Кобельский Макар. Концерта, я не смогу пригласить на сцену всех участников этого концерта из-за того, что, сами понимаете, из-за нашей пандемии. И поэтому хочется от лица фонда поблагодарить вашу замечательную школу, которая третий раз нас встречает, и мы с великим удовольствием выступаем здесь, на вашей сцене, потому что она действительно замечательная, играть здесь удобно, и всегда нас встречают, всегда тепло и гостеприимно. Спасибо вам большое, до новых встреч! Друзья, спасибо вам большое, и на самом деле сегодня у нас был необычный формат, но мы его прекрасно приняли, и чувствовалось, вот, что всем интересно это, всем прекрасно слушать, и искусство, конечно, это для нас всех мост. Мост общения, мост хорошего настроения, мост здоровья. Спасибо. Хорошего вечера.